Сотрудники ГИБДД выявляли на дорогах Анапы водителей, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, угрожая жизни и здоровью других участников дорожного движения. По вине пьяных водителей в этом году произошло 7 аварий. 2 человека погибло, 6 получили травмы. Несмотря на то, что административное законодательство постоянно ужесточает ответственность за управление нетрезвым состоянием, однако на сегодняшний день совместно с ротой дорожно-патрульной службы уже около 1500 водителей нами оформлено за управление нетрезвым состоянием. В ходе рейда инспекторы ГИБДД выявили 4 пьяных водителей. Управление транспортом в таком состоянии – грубое правонарушение, за которое лишают водительских прав от 1,5 до 2 лет. Во время профилактической операции зафиксированы и другие нарушения. Родители, пренебрегая безопасность своих детей, перевозят их без специального автокресла. Отсутствие специального удерживающего устройства, предназначенного для перевозки детей до 12-летнего возраста. Разрешается трехточечным ремнем пристегиваться при помощи треугольного манжета. То есть манжет вы можете приобрести в любом автомагазине, пристегнуть ребенка на манжет. Пока до 10 лет, пожалуйста, все-таки ребенка в детском удерживающем устройстве перевозить. Еще одна потенциальная угроза безопасности – тонированные стекла. Сотрудники Анапской госавтоинспекции напоминают, автомобиль – источник повышенной опасности, который обязывает водителя не рисковать на дороге и соблюдать правила дорожного движения, все без исключения.